Маша, 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 хватит. Маша, ты неправильно поешь. А мне все равно. Нет. Вот так? Или еще дальше? Вот так? Маша, я сейчас задохнусь. Ну, Маша, мне сейчас как сзади футболку заправить? Маша, отстань! Маша! Своим родителям нажала, если ты меня избиваешь. А я нажала, что ты меня избиваешь, Таисия. В эфире было видно. А никто на эфире не скажет. Ну, правда, ребята, ой, мои любимые? А я хочу колбаску. А я желейки. Дай покажем всем ребятам. Смотрите, ребят, сколько я желеек нам купила. Сейчас покажу. Тут 1 килограмм. Сейчас. Тут вот такие вот палочки есть разные, тут разных цветов колы. Тут они тут немного не ровные. И вишенки. Вот. И какие-то вот такие бананчики или листочки, что это, не знаю. Такие вот просто червячки вообще. Короче, не знаю. Только сама как червяк. Значит, ты моя сестра, значит, ты тоже. Но я же старшая. Старый червяк. Мне больше всего понравилась вишенка. Это кто, Надя? О, привет, Надя. Надя, приди, Надя. Ну, я просто не знаю, точно ли мне это было, сори. Помнишь, когда Маша гуляла, и там с ней была девочка? Там мы еще с Димой разбирались. Боже, что знаю? Подожди, Маша поняла, какая? Мяо? Да. Боже, что знаю, тихо, я подруг тишу. Маша, я люблю тебя. Спасибо. На эфире Евы. И Еву, и Машу не все любят. О, арабик. Мой. Мы сейчас едим черный боярь. А Маша без ты с мармеладки, да? Ребенок твой. Ребенок, знаешь? Ты что, ешь своих детей? Да. А ты моих этих... Ты тетю ешь, родственников. Я одну штучку взяла. Я тоже. Ты? Да. Одну штучку взяла? Да. Маша? Ева? Последняя огурчинка. Давай. Дай половинку. Что там было? Я буду кушать папку огурчика. Последние 2 колбаски мне. Ты и так все. Я бы тебе не спросила, что я ни одну колбасинку не взяла. Уже прокалываюсь. Я тебе серьезно, у тебя слинки пошли. Слинки. Вот. Где? Вот. Слинки. Вот. Это не слюнки, Маша. Это слюнки. Это не слюнки. У тебя аж от колбасы слюнки пошли. Какие слюнки? Ничего, слюнок я пошутила? Я не знаю, мне смешно просто.
Это был не последний билет. Нет. Я поговорю с ним наедине, кто-то пишет. Дайте нам, пожалуйста, мармелад. Хорошо. Выбирайте. Я не знаю, как его. Короче. Я думаю, что мы сейчас с Евой дойдем и будем играть в какие-то игры с вами на эфире, правильно? Может, Roblox? Давайте идем и поиграем в игру, а потом в Roblox. Или давай сперва в Roblox, пока будем кушать. А потом уже в игру. И мне тоже попить. Да. Ева, что? Посмотри, пожалуйста. Выключила микрофон? Нет. Всем пока.